Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Сейчас вы увидите мои занятия изодинамической гимнастикой по моей собственной системе, и одновременно вы увидите и результаты всего этого занятия, которое я прошел уже около 5 лет. Меня вообще немножечко так затрагивает. Вот на что вы обращаете внимание? Когда вы будете смотреть, не обращайте внимания там на трусы, на майку, там еще там на позу или еще. Обратите внимание, насколько укреплены суставы. Именно из-за этого я и начал заниматься. Потому что мои суставы и позвоночник в 65 лет превратились в труху. А теперь не каждый чемпион столько подымет. Обратите внимание на энергетику. Какая мощная энергетика стала. Ну, в конце концов, на внешний вид обратите. А мне-то уже пошел 8-й десяток. То есть вы обратите на все положительное. Укрепление суставов, жизненную силу, состояние кожи, энергетику. Я еще вам не говорю, что сильнейшим образом укрепился иммунитет. Подстегнулась работа эндокринной системы. Я стал совсем другим человеком. И вот эта гимнастика, это всего лишь инструмент для того, чтобы вы сохранили свое собственное здоровье, приобрели энергетику для того, чтобы творить, если вы творцы. Или просто работать, не уставая, если вы не творческий человек. То есть вот на это обратите внимание. Что касается весов, еще разок я вам повторю. Я на своем канале целый год выложил своих занятий этой гимнастикой, с чего я начал, а теперь вы просто уже видите, к чему я подошел. Это не значит, что вы там подойдете и сразу что-то можете такое сделать. Просто-напросто вы сплющитесь от таких весов. Они обрывают руки. То есть учитесь брать разумное зерно из того, что вы смотрите. А не просто там какие-то там свои суждения, знаете, там старый, лысый. И еще что-то там такое. А что можно от старого лысого взять и применить к себе? Именно этим я и занимался. Просматривая все вокруг и искал инструмент. Пожалуйста, я его нашел. И я очень-очень доволен. Доброго вам здоровья. Обязательно надо иметь свою собственную это самое. Кричалку? Да, кричалку. Ее надо правильно составить. Властелине колец, вот это мы это. Зашел. Как говорится, без фанатизма. Надо будет плавно, мягко забавляться. Вот. И потихонечку поехали. А это что? Да. Очень вот хорошо пошло. Сначала не поскупитесь, а потом уже, так сказать, посмотрите по обстоятельствам. По обстоятельствам. Я так сильно делаю, что она летит. Не
Ну да, ну 520. Он как бы подталкивает, чтобы... Как она летит. 940. На разок было, да? Ну да, разок первый. Тонна 380. Вот так вот. Поставим. И потихонечку начинаем. Пятый год занятий моих. Ну, так более-менее все стало, видите. Фейди тянет обычную штангу, Фейди. Поэтому... Ну, тянет, так тянет. В любом случае должен быть. Тянет, тянет. У него же, я вам скажу, на 400 там в спине щелкнуло, что-то на место стало. Не бойтесь. Как говорит Лёша, вот тут больно стало. А, пережимается, да, это все. Угу. С другой, потому что со спиной шутить не надо. Ну да. Фу. Вот. Ну как она? Думаю, по-моему, вот это и сами можно.